Ви дивитесь телеканал Сімон, це онлайн-розмова. Я Олена Скалецька, і ми продовжуємо цикл передач «Наші за кордоном». Це українці, а також мешканці з колишніх радянських республік, які живуть за кордоном і розповідають про своє життя. І це дуже цікаві люди, цікаві герої. І це мандрівки по усьому світу. І зараз ми відправляємось на блакитне узбережжя. Це город Ніцца. І в нас там чекає Кристина Шпіц. Доброго дня, Кристина. Добрий день. Кристина із города Питера, поэтому я буду говорить с вами на русском языке, для того, чтобы вы меня лучше понимали. Кристина, ну что, у вас вот Рождество уже состоялось. Новогоднее настроение есть? Есть. Новогоднее настроение есть. Хоть и нет снега, и очень хорошо, что нет снега. У нас солнце, плюс 17 сегодня целый день. Мы собираемся купаться в море, несмотря на 15-градусную температуру. И, в общем-то, настроение хорошее. На пальмах, на кактусах висят елочные игрушки и Деда Мороза. А скажите, пожалуйста, как украшена Ницца? Ну, я знаю, что вы живете в Монте-Карло. Как украшена Монте-Карло, Ницца вот на новогодние праздники? Ну, вы знаете, сразу чувствуете разницу, когда вы пересекаете границу с Монако, потому что это отдельное княжество, там намного больше украшений, намного праздничнее, там открыты еще кафе и рестораны, которые закрыты, как известно, во Франции до неопределенного срока, с 30 октября до неопределенного срока. В Монте-Карло и в Монако вы можете зарезервировать место, столик в кафе, в ресторане и покушать и выпить кофе, но даже для чашки кофе нужно делать резервацию. Но там работает каток, там намного праздничнее, скажем так, в Монако. Во Франции вы чувствуете некоторую грусть, но намного веселее все-таки, чем в Париже, потому что не забывайте о том, что в Париже сейчас 3 градуса, снег ночью и очень серо. Тогда как на Лазурном берегу светит солнце и плещется море. Вот у нас был небольшой шторм, который нас, к счастью, обошел. Он напал больше на Нормандию и Британию, но вот до Лазурного берега практически не дошел. Ну, были волны вчера, а сегодня очень приятная температура и солнышко. Я вот помню, со смотровой площадки в Ницце прекрасный вид. Море таки лазурное сейчас, вот такое лазурное. Вот специально одела шарф. Вот такого. Именно вот такие вот. То есть неспроста выступает Лазурным берегом, который начинается, да, под Каннами и длится до итальянской границы. Это действительно Лазурный берег, Лазурное море. Ну, Кристина, я расскажу нашим зрителям, она профессиональный гид, она очень много уже работает вот в этой профессии. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? Вот что это за место такое? Это церковь, вернее, даже не церковь, это кафедральный собор, русский православный кафедральный собор святого Николая, которая была недавно, эта церковь была недавно отреставрирована. И это церковь, которая имеет самую большую коллекцию икон, русско-православная церковь, имеющая самую большую коллекцию икон за границей, за пределами Российской Федерации. А скажите, пожалуйста, туристы-то в этом году доехали к вам? Нет, конечно, границы закрыты. Безусловно, нет. С 16 марта границы закрыты, никаких туристов нет и быть не может. Даже некоторые наши соотечественники, бывшие россияне или украинцы, они, которые живут в Германии, сейчас не имеют права пересекать границы с Францией, поскольку Меркель очень строго запретил им ехать в больную Францию. А скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Вот туристический бизнес, конечно, это большой, коронавирус большой удар по туристическому бизнесу нанес, да и по ресторанному, конечно. Но вот чем вы сейчас занимаетесь? Я говорю о гидах. Кто как. Я вот, например, отдыхаю.
читаю книги, которые не могла прочесть. Ну, вы знаете, это же очень важно, правильно формулировать желание. Уже сколько лет, а я работаю в туризме с 1999 года, страшно сказать, я смотрю на свои книжные полки и думаю, ну, когда же, наконец, я прочту все эти книги. И вот это время пришло. Я читаю книги, я готовлю новые экскурсии, я путешествую, насколько это возможно. Я, конечно, очень расстроена. Сейчас я нахожусь на Лазурном берегу, где я хотела попасть в очень многие церкви, очень многие музеи, они все закрыты. Поэтому я даже не могла бы здесь, ну, во всей Франции они закрыты, я не могу полноценно подготовить экскурсию, но сидя дома за книгами, за интернетом, конечно, я вот занимаюсь, надеюсь на то, что все-таки восстановится туризм своим будущей работой, будущими экскурсиями. То есть я очень надеюсь на возвращение туризма. А скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь, например, к такому онлайн-туризму, ну, виртуальному туризму? Можно ли, например, скажем, такую собрать группу и пройтись, например, по улицам города? Ну, кафе закрыты, рестораны. А вот хотя бы вот по таким достопримечательностям может это пользоваться в будущем? Я просто думаю, какие могут быть форматы? Очень многие мои коллеги уже занялись онлайн-туризмом, то есть они ходят со своим телефоном записывают экскурсии уличные. Я не знаю, мне кажется, это как, вы знаете, безалкогольное пиво, любовь по телефону, как вот, я не знаю, как вы можете представить онлайн-туризм. Я думаю, что это все равно не полноценно. Потому что нужно все щупать, все нюхать, все пробовать. Для этого нужно путешествовать. Для того, чтобы путешествовать, нужно открыть границы. Вот и все. А границы... Есть какие-то прогнозы, что говорит правительство Франции? Мы очень хотим, обожаю Францию, и, ну, Лазурное побережье — особое чувство к этим местам. Все-таки, когда мы сможем к вам приехать? Ну, послушайте, французы говорят очень честно, что раньше начала 2022 года ничего особо массово не восстановится, но есть все-таки, теплится небольшая надежда, что мы, может быть, начнем принимать понемногу уже летом. Но вот сейчас началась, только 2 дня назад началась вакцинация во Франции, и французы в общей массе не хотят быть вакцинированными, то есть они выступают против вакцинации. И насколько она пройдет удачно, то есть она должна закончиться где-то к началу, скажем так, июля. Да, вот то, что нам говорят наши замечательные политики. То есть получается, что во Франции уже началась вакцинация, но французы против. А почему? В чем причина? Ведь это же вроде бы как возвращение к нормальной жизни. Ну, знаете, для меня это тоже большая загадка. Я, например, сама из семьи врачей. Я, скажем так, категорически за традиционную медицину. Я за вакцинацию. Я, кстати, периодически повторяю вакцины, которые необходимо делать там раз в 10 лет. И, в принципе, я думаю, что я буду вакцинироваться. Но, может быть, не сразу. Но, в любом случае, нам... молодым, они пока не предлагают вакцинироваться. Сейчас вакцинируют только пожилых людей в старческих домах и, конечно, медицинский персонал. Но, и кроме того, мы живем в стране Пастера, то есть с большим уважением мы все к нему относимся. Но французы — это такой народ, скажем так, по характеру сомневающийся и народ бунтарский по духу. То есть если им что-то говорят, что надо делать, они будут делать... Ну, прямо наоборот, скажем так. А скажите, пожалуйста, вы, конечно, уже, вы сказали, около 30 лет живете там, и ваш круг общения, все-таки это уже в основном французы, это местные жители, или как-то все равно вот сохраняются связи? Кто ваши друзья, кто эти люди? Ну, вот украинец один стоит здесь рядом, из Харькова.
Нет, ну, в действительности, должна вам сказать, ну, я живу в Париже, да, сейчас я нахожусь на Лазурном берегу на каникулах, а живу я в Париже, Париж город интернациональный, друзья у меня абсолютно разных, из разных стран, то есть у меня есть друзья из Украины, у меня есть друзья из России, у меня есть друзья из Грузии, у меня есть испанцы, есть французы, то есть очень интернациональная тусовка. То есть не могу вам сказать, что я общаюсь только в каком-то, в какой-то, живу в какой-то общине, русскоязычной общине, да, или славянской общине. Нет, нет, этого нет. И слава богу, и слава богу, потому что иначе очень скучно, на мой взгляд, на мой взгляд. Скажите, вы Рождество отмечали, вот 25-го встречали Рождество, уже по традиции? 24 на 25 декабря, да, католическое Рождество, поскольку Франция страна католическая, да, это страна, может быть, не таких верующих католиков, как Италия, как Испания, но, тем не менее, это большой праздник, да, для французов. Ну и прежде всего, это рождественский стол, елка и подарки. И в связи с тем, что мой сын вырос во Франции, и он уже, скажем так, в возрасте, мой ребенок, но мы продолжаем эту традицию отмечать Рождество. Да, безусловно, мы отмечали Рождество и по полному, да, Что было на вашем праздничном столе? Что готовите? Вы знаете, все очень классически было. Фуа-гра, то есть утиная печень, устрицы. И, кроме того, каплун. По-русски это называется шапон, по-французски каплун, по-русски это кастрированный петух. Такой вот. Обычно мы все-таки едим птицу, да, на Рождество и обязательный пирог под названием «Ля бюш», то есть полено, по-русски, полено. Ну, то есть получается французская кухня, а как же без традиционного оливье? Что-то было из той далекой кухни? Должна вам сказать по секрету, что оливье мы сделаем обязательно 31 декабря. Это то есть это очень вот концептуально, у нас как раз вид на из нашего дома вид на залив, такой небольшой заливчик Средиземного моря. Я считаю, что пальмы и оливье — это будет очень концептуально. Обязательно салат оливье, селедка под шубой, обязательно будет 31 декабря. Ну а Рождество по французским меркам, по французским понятиям, по французским традициям. Понятно. Ну что, я думаю, что, наверное, вот мы уже так подошли к таким словам, наверное, поздравления. Что бы хотели пожелать себе в новом году, пожелать своим друзьям? Очень уж необычный этот год для всех нас случился. Что мы хотим загадать себе? Ну, прежде всего, здоровье, потому что у человека, у которого нет здоровья, нет ничего, поэтому прежде всего здоровье. Ну и, как говорил Марк Твен, на смертном одре мы жалеем только о двух вещах, что мало любили и мало путешествовали. Поэтому давайте любить все-таки друг друга, закончим эту бесполезную вражду, в которой живет весь мир, и откроем границы и начнем путешествовать. И все приедем во Францию. Прекрасный тост, вас поддерживаю. А скажите, вот какое место, например, в Ницце или Монте-Карло, если бы я приехала, вы бы меня повели? Какое-то, может быть, интересное такое, неизвестное туристам, ну, какое-то такое, может быть, интересное заведение или какое-то где-то? Ресторан, когда вы приедете в Ниццу, обязательно вам покажу. Он находится в старом городе, он называется Убабусь. Это такая типичная юго-восточная, французская юго-восточная кухня, достаточно жирная, достаточно тяжелая, но очень вкусная. И там официантки там бабушки, старые бабушки, которые ходят в таких войлочных тапочках, везде скатерти клеенчатые с клубничками, и эти бабушки ходят и посвистывают. Вот такое вот, я считаю, очень оригинальное место, которое называется Убабусь, ну вот для совсем недалеко от, в самом центре старой Ниццы. Я считаю, что это место стоит посетить, это очень забавно.
Ну что, принимается. Поедем обязательно к бабусе в Ниццу на Лазурное побережье. Франция – прекрасная страна, только прекрасные впечатления с этой страной, с ее людьми. Ну що, я дякую вам, Христина, що ви знайшли час, що так дуже цікаво розповіли про вас, про Францію, про те, що ви зараз відчуваєте. Це була онлайн-розмова на телеканалі Сімон, і побачимось!